Нам потребуется репсовая лента шириной 4 на 16 сантиметров, 2 штучки. Также репс серого цвета 2,5 на 16 сантиметров. Приступим к работе. Обрабатываем края ленты. Отмечаем серединку. Прошиваем первый бантик. Делаем 3 стежка. Также параллельно этим стежкам делаем также 3 стежка. Стягиваем наш бантик. Нижний слой бантика готов. Приступаем к верхнему слою. Края уже обработала заранее. Сейчас серединку отметим. На ленте 2,5 делаем 2 стежка. Все прошиваем. Стягиваем наш бантик. Вправляем наш бантик, так, склеиваем их вместе. Пока клей схватится, приготовим бантик из ленты 0,6 сантиметров. Так, это 7 сантиметров от края. Отходим. Так, вот такой бантик. Фиксируем его ниточкой. Приклеиваем резиночку нашу.
резиночку берем 4 сантиметра диаметр резиночки нашей. Для обмотки нашего бантика берем 0,6 на 10 ленту репсовую. Обматываем наш бантик. Можно еще раз пройтись в один оборот. Так, и закрываем. Так, справляемся. Также нам потребуется вот такая вот серединочка, чтобы наш бантик выглядел очень интересненьким. Для данной серединки потребуется лента 0,6 на 7 сантиметров. Одеваемся. Основа пластмассовая в данной серединке. В деле, в принципе, хватает надолго. Не такая прямо нежная, чтобы сломаться сразу. Проклеиваем серединочку. Нажимаем клей. Так, фиксируем. Вот и все, наш бантик готов. Сейчас мы его поправим. Вот так они выглядят. Вот так вот, красивенько. Также можно делать более яркие варианты данного бантика. Очень красиво смотрится на косичках, на хвостиках. Вот так, все. Спасибо за просмотр. Всем до свидания.